Всем хай, с вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть в Ori and the Blind... Нет. Will of the Wisps. Вот во что мы играем с вами. Я где-то встретил комментарий под видео в предыдущем выпуске, и вы писали, что, мол, из-за того, что Ори дали в руки меч, он теперь какой-то не невинный. Раньше за него магический свет там всех крошил, а теперь он это делает собственноручно. И я с этим в целом согласен. Это действительно как-то немного странно. Странное решение. Почему мы сделали какого-то самурая из него? И почему нужно, чтобы он самолично всех убивал? Хотя, в принципе... Так, нам в другую сторону надо. В принципе, это... Не до конца правда, потому что в первой части Ори тоже жестко убивал своих врагов. Помните, как он их отшвыривал? Отшвыривал прямо на шипы. Очень кровожадная тварь Ори. Я тебе уже отдал, по-моему, да? Да, клык воя, все, да. А, я ему не дал. А, я забыл ему отдать, что ли? Вы нашли руду, с ее помощью искусный мастер может... Да, это уже было в предыдущем, да, все. Хорошо. Чёртовы чекпоинты. Я хочу игру заканчивать там, где я ее закончил, а не где вы, блин, сохранили за меня. Короче, вот эти вот моменты маленькие мне не нравятся. Я хочу немного вредничать. А в целом Ори как был кровожадный сволочь, так и остался. Сейчас такие скажут: нет, не смей так говорить. Не было такого. Было. Было. Даже музыка заиграла. Потому что было. Но, поскольку это все самозащита, все оправдано. Короче, не с того я начал. Если так и думать об игре, то все становится очень жестоким. Все что угодно можно под это подогнать. Все пишут еще, что механика стала очень похожа на Hollow Knight. И все чертовски что-то хотят, чтобы я в нее поиграл. Хотя я уверен, что когда я буду в нее играть, выпуски будут собирать по минимуму просмотров. Это прям гарантированно. Но все очень хотят почему-то. Я просто не знаю, что такое Hollow Knight. Я никогда не был... не был в Hollow Knight. Никогда не играл в нее. Еще надо дальше идти. Как же мне туда попасть, скажете? Скажите мне на милость, как же мне вот... А туда мне вообще нельзя попадать, да? Это, да, секретка просто небольшая. Туда нужно будет потом вернуться. Стоп, погоди, а что это я? Меня не цепляет, нифига. Подрезал ему, видели? Подрезал. Бедняги. Так, сюда нам тоже не стоит... Сюда нам никак пока... А, не, почему же никак? Вот, смотрите. Что это такое? Вы получили новый осколок духов. С ним вы получаете меньше урона. Для использования нажмите Tab. Но пока мне это не нужно, я думаю, я нормально урона получаю, как обычно. Немножко меньше из-за безрассудства, правда. Но я не вижу, каким образом мне это мешает. Я всю жизнь безрассудный. Живой ведь. Сейчас такая жизнь ненадолго. Ха-ха. И я подыхаю прям при вас. О-о-о. Ты что за древний лемур, мудрый? Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колеса старой мельницы остановились... Пришло и ушло целое поколение Моки. А еще говорят, что... Кору? Нет, это что-то другое, пострашнее. Какие-то рога. Нас прервали, прости. Крик? А она-то что здесь забыла? Имена стали проще, заметили? Словно услышали, как я жаловался в прошлый раз, что имена трудно запомнить. Сейчас это вой и крик. Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло, дело в том, что я оружейный мастер.
и желаешь отточить свои навыки. На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Какие здесь благородные жители. Бизнесмены настоящие все. Почему бесплатно ты не можешь мне ничего сделать? Итак, турель, нужна энергия. Рядом с вами появляется сфера духов, которые атакуют врагов. Прикольно. Удар духа, вы наносите врагам мощный размашистый удар. Вы запускаете мощное световое копье, для этого нужно много энергии. Пламя. Вы поджигаете ближайших врагов. Все максимально жестоко. Хорошо, давайте сначала удар духа прокачаем. Нет у нас денег на это. У нас нет денег! Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть святилище духа. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся, а до тех пор держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Хорошо, мерси. Так, ну нажмите, чтобы узнать подробности. Новый слух. Храните топи, найдите квалок. Идем. Простите, как мне? Как мне? Как же мне туда попасть? А так. Ага. А, не достал. Интересно. Интересно, эта штука, она пружинит. Вы заметили, как она пружинит? А, ну это не дает мне ничего. Значит, мы можем пройти... Стоп. Здесь есть слух, нам вот сюда надо идти. Пойдемте к слуху. Ой-ой-ой-ой! Что это такое? Я... Я вас понял. Я вас понял. Ау. Смотрите, а мы можем раскрутиться здесь? Не можем. Так, значит... Значит, тогда давайте снова идем... Боже мой, как мне забраться-то сюда? О! Какой ты молодец! Угу. Сейчас мы все сделаем заново. Ой, блин. Как-то туповато, да, это получилось. Я просто не спланировал, что мне делать сначала. Вот, теперь я знаю. Комар, это плохо. А, это, короче, аналог птицы. Смотрите, даже такие же анимации у него одинаковые. Нам тоже потом удастся восстановить. Видимо, где-то здесь тоже есть дерево, которое нужно запитать. Мы, Баки, знаем, где упала совушка. Совушка. Недалеко от дома, который мы... А, тихий лес. Жуткий лес. Совушка. Это... О, это ку. Ничего себе. Я вообще-то подумал, что нам дадут сейчас поиграть за него. Квалок добрый, квалок поможет. О, опять этот путешественник. Интересно, как он пробрался? Они тоже его пустили, наверное.
Взгляд Квалока падет лишь на достойного. Ну, так гласит легенда. Это, конечно, не Квалок, а просто статуя. Да и глаз у нее нет. А раз так, о каком взгляде может идти речь? Тоже мне не легенда, эх. Короче, здесь все прагматичны. Ну, что ты хочешь? Великий Квалок? Это никакая не легенда. Он и впрямь существует. Когда свет покинул Иву духов и начался упадок, Квалок не опустил руки. Вскоре в лесу, где жили моки, стало слишком опасно. Если бы не Квалок, им бы просто некуда было идти, пойти. Поэтому они зовут его своим хранителем. Благодаря ему упадок сюда пока не добрался. Но это пока. Хорошо. Ну, в смысле, нехорошо, это ужасно. Вот там механизмы у них, оказывается, жесткие. Еще что-нибудь скажешь, новенькая? Странно. Буквально секунду назад вода здесь определенно была гораздо выше. Нынче другого и не жди, все меняется. И меняется к худшему, эх. Не скажи. Для меня это очень даже хорошо. Я смогу найти своего друга. Что это? Ах ты... Раскачиваться можно? А, нельзя. Оу, я вижу это, но я не уверен, что туда можно. Прям при мне заспавнилось, нифига себе. А если мы туда пойдем, то там... Угу. Ладно, пока не будем рисковать, я думаю, это все-таки обман. Древо! Дуга духов! Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке E или R, удерживая Q. Тогда вы можете стрелять. Стрелять? Это... Клинок? Давайте к E. Однако... А можно Rocket Jump делать? Конечно же, нельзя. А как мне, собственно... Стоп. Угу. О! Вот так вот ненароком секрет нашел. Фрагмент ячейки энергии. Вы нашли фрагмент ячейки энергии. А можно еще, вот видите, не обязательно долго целиться. Можно хоп, хоп, хоп. Собственно, как мне теперь отсюда выйти? А, ну вот так вот. Хорошо, я могу просто отсюда попасть. Понятненько. Это интересная механика, мне нрава. А че это я не попадаю? Боже ж мой, ячейка энергии. Вонзил. Что-то не обратил внимания, что она задействует энергию. Да кто? Цепись! Каменный глаз! Этот причудливый камень в виде глаза идеально войдет в каменную глазницу. Ага. И в мою задницу. О-хо-хо. Давайте попробуем вот сюда сходить все-таки. Посмотрим, что там будет. Ага, чекпоинт. Ясненько. Да, мы почти здесь.
Вау. А, так нас сюда же не пускало. Как я должен сюда попасть, если нас сюда не пускают? Может быть, вот здесь надо проесть? Здорово. Подох. Прямо. Погодите. Здесь можно где-то... А, да, вот! Ах вы... Ну как это можно было? Это не очевидно, неоднозначно. Ну от того и хорошо. Люблю сложные загадки. Ой-ой-ой-ой! Нет! Цепляйся, молодец. Стоп. Мне вот сюда хочется. Ой. Во. Большой сосуд с духовным светом. Прекрасно. О, сможем оружие потом себе сделать. О, знакомые механизмы. Вот сюда бы хотелось попасть каким-то образом, я не знаю как. Пока никак. Вот только так, если... Еще одна ячейка энергии. Чернильное святилище. Окей, давайте войдем. Мне не нравится это. А, не нравится мне. А я еще могу сам напороться на их шип. Все? Нет, не все. Давайте. Ни хрена. Фу. Пожалуйста, все? Нет, еще вот один. Еще одну волну нужно пережить. Что это такое? Такого не было еще. Хорошо, с ним мы быстро разобрались. У него был только страшный вид. Все остальное так, фигня. Есть! О, мы даже еще можем вот так вот. Окей. Не понадобилось. Улучшение ячейки для осколков. Теперь вы можете одновременно использовать больше осколков. Чем больше улучшений для ячеек осколков вы найдете, тем больше осколков сможете использовать. Зачем? Зачем снова? Ладно, давайте попробуем еще разок. Может быть, нам сейчас еще одну дадут такую? Все, мы сделали это. И нам дали просто бабла. А, хорошо. Не то, чтобы мне это надо было слишком. Окей, чтобы вернуться, мы можем пойти вот здесь пройти. Хорошо. Ну, короче, можно будет до бесконечности зарабатывать, но... Дают не так много. Хотелось бы больше. Вот. О! О, какая стрёмная фигня. И меня убили. Все? Их больше нету? Все, мы можем, конечно, попытаться сюда как-то пройти, но нет, у нас нет возможности для этого. Давайте пообщаемся с ним еще разок.
Не желаешь отточить свои навыки? На первую покупку действует... Да, давайте. Может быть, все-таки нужно купить было что-то. Давайте... Удар духа выносит врага мощный размашистый удар, или... Нет, турель мне не нравится. Давайте поджигать будем. Используй навык с умом. Получить следующий будет куда сложнее. Будь всегда на чеку. Хорошо. Это как-то не особо нам помогло. Хорошо, вот я вижу, как они горят заживо. Погодите, вот же есть место, я его не заметил. А-ха-ха-ха. Тут нужно раскрутиться, подпрыгнуть как следует. Да. Хорошо, глаз номер два. По-моему, мы вот еще с вами сюда не ходили. Да, мы почему-то это место пропустили. Даже не знаю, как так получилось. Но походу, то, что мы ищем, должно быть здесь. Никак иначе. Угу. Но нет. Это тут всего лишь секретик маленький. Погодите, вот может быть сюда его? Давай. Ко мне. Да, по-любому. На самом деле, получается, что все монстры здесь те же самые. А, ну это тоже секрет. Фрагмент ячейки жизни. Просто они немного... Точнее, много изменились внешне. А функции-то те же самые у них. Что это? Что это? Это, конечно, очень круто. Но я уже был здесь, в этом месте. Уже был тут, проходил здесь. Ладно. Главное, что мы можем теперь двигаться дальше. Наконец-то. Очень долго. Лощина Квалока. А ты что такое, интересно? Твиленом. Мои покупатели с благоговением говорили о некоем светящем существе. Скажи, твои сородичи часто падают с небес? В своих странствиях я повстречал немало любопытного. О да, кто-то падает, кто-то летает, кто-то бродит, а кто-то скользит. Но все они мои покупатели, и им нужны осколки духа. Значит, осколки? Мы можем купить осколки. Энергия, живучесть, подрезание крыльев. Вы наносите больше урона летающим врагам. Шансы нанести 50% дополнительного урона составляет. Окей. Тройной прыжок. Находясь в воздухе, вы можете прыгнуть дважды перед приземлением. Ну, как интересно. Это прикольная штука. Обмен максимальной жизни и энергии меняется местами. Сверхзаряд снижает затрат энергии на 50%, но вы получаете на 100% больше урона. Короче, что-то очень много в боевую систему ушло. Хотя мне кажется, тут больше было бы прикольно в всякие трюки, прыжки, бег. Вот с этим было бы интереснее работать. Так, я даже не знаю, живучесть, вы получаете одну дополнительную ячейку жизни. Да, мне это нравится. А это что? Дополнительные ячейки энергии, да? Мне это тоже все очень нравится. Благодарю за финансовую поддержку. Как-то совершенно не видно, пробежал так. Теперь я вижу, что все это морды. Ой, засмотрелся на морды. Это как будто бы пасть крокодила, да? Я отодвинул и толком ничего не сделал с этим. Мне надо вот сюда пойти. О! Лемурчик. Ты дух, да? Я видел твое привидение. Нет, серьезно. Есть одно место, где бегают духи-призраки.
Я как-то раз хотел побегать с ними наперегонки, но никого не догнал. Гонки духов. Новый слух. Нажмите Tab, чтобы узнать подробности. Моки утверждает, что при активации пьедесталов появляются духи далекого прошлого. Окей, будем иметь это в виду. О, меня это кацануло! Какое прекрасное комбо, чтобы подохнуть. О, не в ту сторону. О, блин, это я тоже зря сделал. Ну почему зачекпоинтили меня в этом месте? Ну мне нравится это. Получается, я еще задание не получил, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я не хотел тебя бить, прости, так случайно получилось. Стоп. А, нет, сюда нельзя никак. Хорошо, путь тернист. Но мы все ближе, это хорошо тоже. Пойдемте, значит, вниз. Не засовывайся. А! Блин, нам пока еще рано. Серьезно, да? А как же нам? Куда же нам? Вот сюда нужно как-то попасть, да? Ой, я даже не знаю, как туда можно попасть. Никак. Вот так, что ли? Слышите, эта музыка, она подчеркивает мою смышленность. О, я как Мориарти разрулил, додумался. И при этом при всем коварен. Не понимаю я, к чему вот эти вот хитрости здесь. Для чего-то они точно нужны. Стой! А, я понял. Я понял. Нам нужно этот камень принести. Все ясно. Вот так? Вот так. Да, тут все не просто так, это пазлы. Они такие. Ну, благо я сразу допер, что делать. Тьфу! Ага, я так понимаю, это что-то типа кнопки. Похоже на то. Вернись! Так, что дальше?
Как я должен? Как я должен? А! Вовремя сообразил. Ладненько, вот он рычаг. Вода еще ниже сейчас уйдет, да? Да. Забавно, что вода только опустилась, мы спускаемся вниз, а там уже куча сухопутных существ живет. Например, москиты эти. Ну, они не сухопутные, конечно. Хотя нет, сухопутные, что же считаете, да? Просто куда же нас ведет? Так, а в чем прикол этого? Непонятно. Так, секундочку, еще вот здесь в эту сторону можно пойти, нельзя. Вот. Откуда там комар появился? Вот что он там делает? А мы здесь не были, разве? Мы вот через это не проходили? А, блин, их двое. Вы видели? А, у него задница надувается. Черт. Погодите, я был же здесь. Зачем мне сюда возвращаться? Ничего не понимаю. А, ну конечно. Смысл-то есть, мы же воду спустили. Теперь можно еще ниже спускаться. Да? Сейчас. Да, вот сюда. Хорошо, не в эту сторону. А, ну да. Вот эту жабу мы уже активировали в свое время. Теперь надо просто вниз. А. Мне кажется, это прикольная идея с луком, потому что круто так вот ошвыривать врагов и добивать их. Смотрим. Значит, нам нужно налево. Так, подробнее. Это что? Фрагмент ячейки энергии. Их целых две тут сразу рядом. А, я ни одна из них недосягаема. А, вон аж куда. Как нам туда попасть-то? Вот каким образом. Дайте это сделать. Я понял. Черт. Вот. Что? Что изменилось? Я активировал ее? Давайте еще раз попробуем.
Там что-то явно меняется, но я не вижу. Может быть, каким-то образом, да, вот так вот грамотно опускать их. Оп. Да, можно и так сделать. Хотел хитро пройти вот так вот. Так. Так проходится. Я правильно сделал? Быстрый выстрел. Вы получили новый осколок. Он увеличивает скорость атаки дуги духов. А, прикольно. Это нам нужно. Или не нужно? Что у нас сейчас? Безрассудство. На 15% больше урона наносим. Магнит. Клей. Мне кажется, вот... А, у нас даже дополнительный, да, ведь есть. Короче, вот это хорошо. Почему? Почему? Неважно. Да чтоб тебя... Вот когда начинаешь копить врагов в одной точке, вот начинается жопа тогда. Да уйди ж ты. Да что ж такое. Давай сейчас с ними разберемся здесь. Если получится, конечно. Вы что, охренели что ли? Да вы... Выбесила меня эта штука. Сраный шипочек приплыл слева, блин. Подожди, кто ты? Тебя я не видал еще. Мы находимся вообще где? Нам нужно прям... Мы прям к квесту идем. То есть это не особо-то и побочный квест. Да я не могу туда попасть. Я не знаю, как туда попасть. Поэтому идем вниз. Нет? Не спустишь там мне какой-нибудь лифт? Кстати, у меня энергия закончилась. Дима, еще ниже надо. Опасность. Начинаю терять аккуратность в действиях. Я был такой аккуратный, а теперь нет. Кажется, вот оно. Награда за испытание. Гонки духов. Слух разведан. В чем слух? Заключается, я не понял. Что это? Нет? О, прикольный. Хорошо, я понял, что надо делать с ним. Проворная тварь. Я понял, что нужно делать с ним. Нужно ему в задницу стрелять. Давай. Оп. Это не так просто, как кажется. А, надо ему дать побегать как следует. Ладно, когда он устанет, тогда можно его атаковать. Есть. Охренеть. Все. Как пасть открылась прям.
жопу эту белку. Нам нужно дальше продвигаться. Мы и так отстаем от графика. Вниз? О, вниз, конечно же! Смотри, какое прикольное дерево. Прикольно, что они все такие разные. Итак, нам дали способность... Рывок! Вы освоили новое умение. Нажмите Ctrl, чтобы совершить рывок вперед, даже в воздухе. Наконец-то. Наконец-то старая добрая механика. Что это? Ой. Нажмите после Ctrl после двойного прыжка, чтобы прыгнуть дальше. Да, я понял. Хорошо. Вот, сейчас ощущается старый Ори из-за музыки и из-за вот этих вот... Короче, Ори это не боевая игра, это акробатическая игра. Мне кажется, здесь нужно было это усилить. Ну, наверное, трудно усилить именно акробатические элементы в игре. Там этот опять скоробей находится. Еще можем вот сюда попасть. Ой-ой-ой-ой. Стоп. Так, поближе. О. Нет, не схватился. Ну ладно, здесь пока это, видимо, не дано мне. В жопу его. Вот. Да, можно еще прикольно, что можно комбинировать. Стоп, мы отсюда ушли. Ой. О, смотрите, как интересно. Эта карта тоже прикольно сделана. Ладно, нам нужно... Куда нам нужно-то? Я так и не понял. Туда. И еще можно вот сюда пойти. Давайте сначала пойдем вот сюда. Если вообще это можно сделать. Сволочь! Ты испортила мой прыжок! Господи! Так, это вот туда, да? Ага. Ну, понятно, здесь только секреточка. Еще можно вот сюда попасть. Идем. Видали? Как он так прокрутился? Больно. Правильно еду? Вот прямо здесь. Да, этот чел. Свинья такая. Он меня своим пердежом уничтожил. Блин. Да, я понял, как это сделать. Теперь мы можем вот так, так и вот так. Он нам сейчас даст новый квест. Люпо. Приветствую тебя, влащение Квалока. Этот край — владение Квалока, хранитель топей. Благодаря его... Топей, точнее. Благодаря его заботе здесь почти ничего не изменилось, когда пришел упадок. Не желаешь приобрести карту жабьего жилища за 100 искр духовного света? Благодарю. Вот. Теперь мы понимаем... Ой. Теперь мы понимаем, как сюда попасть можно. О, там даже есть какая-то суперспособность. Можно было бы ее взять. Да что?
Нет, нет. Я просто хочу избежать ненужных мне драк. Это не получится сделать. Ку-ку, кошмар. Комары, я вот ненавижу вас. Я сам подыхаю из-за вас. Блин, боже. Ребята, что за говно? Просто давайте запуляем их стрелами. В ответку стрелять вздумал, а? Говно какое. Так, вот сюда нужно, чтобы... как бы еще туда попасть. Нафиг. Все, несложный челлендж, несложный. Есть. Ячейка жизни. Почему он не цепляется? Вот. Чтобы начать гонку, награда за испытание. А, это гонка. Ну, давайте попробуем, не знаю, черт. Ничего себе. Два, три. Получил пару раз. Давай, давай. Надо его обогнать. Я правильно делаю? Он меня обгоняет, сволочь такая. Нет. Ладно. Немножко просрался. Но мне не хочется. Так вот элегантно избегаем конфликта. Ну конфликт нас точно не избежит, да? Нафиг вас всех. Нас просто вернуло обратно. В жопу прям. Нет, не трогайте меня. Я не хочу с вами сражаться. Да почему? Да как так? Да почему? Сюда, правильно я понимаю? Ой, друзья мои, да, я правильно понимаю. Так, а теперь как-то надо вот сюда. Есть. Мы почти у цели, друзья. Да, не без Батхёрта. Не без трудностей. Но это вынужденные меры. На
Нажмите, чтобы восполнить запасы. Хорошо, восполнить запасы. А теперь... Ой, совсем близко, друзья, совсем близко. О, нет, боса. Какая-то боса пришла. Хорошо, хорошо. А что мне энергию будет пополнять? Что мне будет восполнять энергию? Может, еще и пару вот таких ударов? Наверное. Как он меня задел? Что теперь ты будешь делать, а? Кускать будет, да? Скорей, мне нечем восполнить энергию. Нечем его бить. Нет, нет. Короче, все очень трудно. Я не хочу. А, он еще может так с разворота напнуть тебе. Хорошо, прыжок. Так как так? Я же, он же мимо меня прыгнул, ну так нельзя. Нельзя меня коцать, когда он мимо прыгнул, очевидно. Видимо, там какой-нибудь супер взрывной волной, да, меня задело. Оп. Ой, я что-то в ловушечке. Спасибо, так элегантно отошел. Ну ладно, Женек, я дам тебе немножко форы. А то все-таки я большой, ты маленький, как нечестный. Ты уже так настрадался порядком. Вот опять. Да, вот лучше на этой энергии тратить. Да какого? Ребят, вы видите мою боль? Да какого же черта он меня... Нет. Нет. Давай под задницу. А-та-та, а-та-та, а-та-та. Ой, ой. Ау. Два раза по щам получил. Есть! Раньше не могли? Раньше не могли это сделать? Я недоволен. Я чертовски... О! Кто это тут у нас? И что вы хотите? У меня нет этой способности, как раньше. Может быть, я просто что-то еще не увидел? Ладно, он, наверное, должен просто сломать этот пол, да. Хорошо. Ну, естественно, он заденет меня. Вот там наверху сфера. Хочу попасть. Не знаю как. О, ладно. Мы должны будем какую-то новую способность здесь открыть. Нет, пожалуйста, не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Так, сделаю. Да, да. Давай, вбирай! Импульс!
Наконец-таки, я все ждал, когда же эта сволочь появится здесь. Мои любимые. Стоп. Что надо? Забрать. Ух, импульс. Импульс, детка. Да пошел ты. Прекрасно. Воспользовался. Просто... просто всосал. Другого слова нет. О. Так, давайте подлечимся. Я очень просто рад. Наконец-то. Импульс появился. Так. Так. А вот она, хорошо. Фрагмент ячейки энергии. Правильно мы идем? Да, вот осталось чуть-чуть совсем. А как обратно? Ты моя штучка. Мой червячок плюющийся. Ты всегда знаешь, как меня. Все, отстань. Нет, не отстань. Не знаю, что это такое, для чего это нужно. А для чего вот он мне сейчас плюнул? Чтобы я смог забраться наверх. Давай, вот так. Вот оно хорошо. Тихий лес. По-моему, такое же было название. Была такая местность. Пожалуйста. Была такая местность в первой части, я помню. Где мы? Мы здесь опять. Это обрыв пафосный. О, мы в чьем-то джакузи. Мудрое и могучее. Дух моих топях. Это он был рассказчиком в первой части. Выходит, Моки не ошиблись. Я хотел верить. Но слишком уж... И Аквалок, приветствую тебя в моих топях, дитя. Моки, говорят, ты ищешь свою подругу Сову. Она упала на востоке, далеко отсюда. Непонятно, как читать, потому что титры-то очень быстро исчезают. Он нормально держится. О, бедняга. Смотрите, яйцо. Сейчас она в тихом лесу. Что там за штука вдалеке? Это коряга какая-то? Похоже на динозавра. Что это? Совы там больше не живут. О, стрёмно. Когда-то я ходил туда через тот водоем, но теперь вода грязна и зловонна. Впрочем, есть один способ. В роднике, что на западе, затихла большая мельница. Если ее запустить, воды снова станут чистыми. Я бы рад пойти с тобой, но я нужен Моки здесь. Впрочем, тебе явно придется идти в... не придется идти в одиночку. Вот огонек, отблеск древнего света, некогда сиявшего здесь. Ой, мой огонек вернулся ко мне, да? Да? Скажи пару слов. Я тебя узнал. Пусть его голос станет твоим спутником в этих опасных краях. А, я голос леса! Последний раз я видел духов очень давно. И давно не покидал эти топи, но я справлюсь. Роднику нужна наша помощь. Да, ступай к роднику. Научи воду течь, как прежде. Далеко. Надо идти далеко. К тихой мельнице. Вы нашли новый огонек. Голос леса. Максимальный запас жизни и энергии возрос. А, погодите, а где же он? Я не могу им драться. Но я знаю, что он со мной.
Это я так салют пустил. Мельница у родника давно затихла. Ее жернова неподвижна. Избавь ее от недуга, чтобы вода могла течь, как прежде. Хорошо, Квалок. Походу, Квалок был рассказчиком в первой части. Очевидно, что мы сейчас вернулись к своим предкам. И сова в том числе. Что мы делали в том слепом лесу, непонятно. Короче, это все выяснится в следующих эпизодах. Мне понравилось, мне нравится, и мне будет нравиться дальше. Надеюсь, и вам тоже. Друзья, огромное всем спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВК, в Стиме, в Инстаграм, по всем моим соцсетям пройдитесь. Где-нибудь вы наверняка остановитесь, потому что где-то точно будет интересно для вас. С вами был Юджин. Не забывайте также еще про канал мой и Макса, BFF. Там вышло уже два проекта наших. Вершки-корешки в стиле Гая Ричи и лучшие друзья, первая серия пилотная. Говорю для тех, кто не в курсе, потому что кто-то, может быть, еще не видел. С вами был Юджин. Всем пять!